Итак, дорогие друзья, в этом уроке мы поговорим о контрасте. Очень важной части для color grade, цветокоррекции, потому что обычно всегда на первой ноде всегда делается контраст. Например, когда вы будете делать цветокоррекцию во всех футажах, нам понадобится сделать эталонный контраст. Что такое вообще контраст? Вот на примерах я сейчас попробую объяснить. Вот диапазон этого футажа, то есть вот в самом верху находятся цвета, то есть светлые части, а вот в самом внизу, где находится ноль, это у нас тени. Когда между этими тенями и цветами большой диапазон, у нас получается контрастное изображение. Но здесь есть одна проблема. Человеческий глаз, когда человек вот в жаркую погоду, солнечную погоду смотрит на улицу, он видит детали и в тенях, и в светлых областях. Ну, а у камер есть такая проблема. У них не такой большой динамический диапазон, и они не могут видеть, как глаз человека. Из-за этого вот есть некоторые хитрости. Например, владельцы фотоаппаратов снимают в синем стиле, для того, чтобы потом расширить этот динамический диапазон. Ну, давайте вот, например, возьмем этот первый кусочек. Сейчас его мы вот возьмем этот клип, и вот у нас Color Space, здесь стоит Rec 709. Мы это поменяем на BMD фильм. Вот, видите, у нас футаж стал менее контрастным, вот такого плана, для того, чтобы у нас этот диапазон немножко сделать побольше, мы должны цвета вытянуть вверх, а тени вниз. В принципе, можно по отдельности каждый клип секвенции вот так с помощью камеры RAW здесь регулировать. Но я вам покажу более легкий путь. Например, давайте это все настройку уберем. Давайте к проект. То есть ставим, чтобы на всех этих клипа у нас стоит Decode Using проект, и заходим вот сюда, проект сеттинг, и камера RAW. Вот здесь есть разные настройки для камеры Arri Alexa, Red, Sony RAW, Cinema Dingy, Phantom 7. У нас съемка велась на BMCC, вот у меня RAW файл, я снимал на BMCC, то есть на Blackmagic камеру. Cinema Dingy выбираем. Автоматом у него стоит вот Kelvin 6500, и вот здесь у нас вот берем проект. Естественно, мы можем поставить здесь white balance. Например, если вы сняли этот футаж в солнечную погоду, берем daylight, облачную погоду, берем cloudy и tungsten, то есть теплый свет, когда вот снимается в комнатах, помещениях, флуоресцентный свет. То есть это зависит от вашего желания. Я обычно так не делаю, оставляю as shot. И вот здесь, color space, беру BMD. Это специальное цветовое пространство Blackmagic камеры, чтобы в дальнейшем работать на нем. Ставим здесь галочку highlight recovery, потому что если у нас есть пересветы, мы пытаемся их спасти при помощи, вот, когда ставим эту галочку. Apply. Все. Как видно, все наши вот клипы стали блеклыми, то есть неконтрастными. Нам придется здесь исправить контраст. Давайте мы здесь это поставим вот так, а это 2. Упс, сделаем. Я хочу, чтобы у меня здесь был векторскоп. Итак, ну возьмем вот какой-нибудь вот футаж. Ну пусть будет этот футаж. Есть разные способы поднятия контраста в программе DaVinci. Одним из способов, например, можно вот назвать Primaries. Здесь при помощи вот этих колес, когда я буду двигать, вот, цвета, этот регион поднимается вверх,
А тени, лифт, опускаются вниз. Как видно, во вьювере у нас получается контрастный видео. Здесь есть некоторые фишки, я хочу об этом вам рассказать. Давайте reset сделаем. Primaris, вот отсюда делается reset. Можно по отдельности каждый из этих регионов, то есть gain, цвета, гамма, средний, лифт, тени. Вот поднимать яркость, потому что программа сама DaVinci, если смотреть options, сейчас вам покажу, работает URGB. Сейчас камера, editing, сейчас найду. Image setting. Вот. Здесь обработка идет 32-битной системе, а Color Science, вот, идет DaVinci URGB. То есть, это означает, что у нас есть отдельный канал еще Luminance, то есть, яркость. А это в свое время означает, что мы можем поднять контраст, то есть вот цвета, яркость цветов поднимаем вверх, вот как видно и отсюда, и яркость теней убавляем при помощи сюда. Но здесь есть одна разница. Давайте вот нажмем эти кнопки, сделаем reset. Когда я буду двигать яркости, вы обращаете внимание на векторскоп. Вот так. И вот так. Ничего конкретно не происходит. То есть saturation не происходит. Только поднимается контраст, а saturation остается на одном месте. Давайте сделаем reset. И еще раз сделаем тот же самый процедуру, но с помощью колеса. Вот. Поднимаем. Обращайте внимание на векторскоп, что у нас происходит. Убавляем. Вот у нас saturation добавился. То есть, можно два варианта контраста делать. Оставляя saturation на одном месте, то есть не двигая saturation, при помощи вот этих яркостей, то есть я ошибся просто. Или же можно, поднимая весь регион, RGB и яркость. То есть это совсем разные вещи. Конечно же, здесь можно еще вот средние тона вот регулировать вот так и получить контраст, который вы хотите. Это один из вариантов получить контрастное изображение. Давайте сделаем reset. Еще есть одна фишка в программе DaVinci, если даже вы затрудняетесь сделать контраст, вот нажимаете на эту кнопку Auto, и он автоматом сам все исправляет. То есть, как считает программа, он и делает такой контраст, цвет сам он исправляет. Я не хочу вам советовать, что работать на этом автомате, лучше все самому, конечно, сделать рукой. Опять делаем reset. Те же самые функции контраста можно еще делать вот Color Wheel. Вот здесь. Давайте еще раз попробуем. Вот. Gain это у нас цвета. Поднимаем вверх. Вот, вот до этого лимита. И черный цвет немножко вниз. Вы мне скажете, а что если будет мы еще побольше поднимем Gain? Ничего не будет, просто будет клипирование. То есть искажение вот белых цветах цвета. А если еще я лифтинг вниз сделаю, вот в черных цветах у нас клиппинг получается. То есть это уже нехорошо так делать. Опять делаем reset. Есть еще регулировка контрастности при помощи вот этих кнопок внизу. Контраст, вот. Можно вот добавить такого плана, но их нужно регулировать при помощи пивота. Вот. Нажимаем на пивот, например. Вот сейчас попробую. Ну, я обычно этими не используюсь слайдерами. Для того, чтобы сделать reset, два раза нажимаем на надпись. Пивот. Те же самые настройки можно вот от примари сделать. Смотрите, вот здесь.
И можно здесь вот по пивоту вот двигаешься и сам находишь идеальный контраст, который тебе нравится. Опять два раза нажимаем на надписи, делаем reset. Потом есть, когда мы работаем на контрастности Color Wheels через Primaris, а можно еще в лог формате работать, это тоже очень интересно, например. Вот в логе Highlights, он поднимает только верхнюю часть и вот нижнюю. Наверное, у меня здесь рейнджа много. Вот когда меняешь High Range и Low Range, вот в таком формате тоже возможно делать контраст. Но это вы сами выбираете под свой вкус работы. Так, сделаем опять Reset. Еще есть вариант, очень интересный, работая с Curves, тоже можно добавить контрастности. Давайте нажимаем Shift, вот, и нажимаем на этом, в этих точках, появляются точки, вот, добавляете контраст. Давайте Reset сделаем еще раз отсюда, потому что у меня лог здесь стоит. Давайте Primaris возьмем. Так, и вот у нас те же самые вот участки, которые мы хотим поднимать. И убираем контраст. Как видно, из у нас векторскоба и Paradise Scopus. Вот. Как видно здесь, когда мы поднимаем контраст, у нас двигаются все три цветовые пространства. Red, green и blue. Цвета, то есть красный, зеленый и синий. Есть другой вариант. Давайте сделаем Reset. Если мы нажмем на эту галочку Gun Custom to Curves, то мы сможем по отдельности поднимать контраст, не трогая вот эти области, то есть красный, зеленый и синий. Это иногда тоже очень помогает, если вы не хотите Saturation двигать. И еще плюс, вот при помощи этой кнопки LumaMix можно регулировать уровень вот этого свечения, да, то есть яркости, то есть вот когда так нажимаешь, этот курвис так становится большим. Еще раз показываю, вот отсюда можно вот на эту галочку ставить или же с ним или без него работать. Делаем reset и все. В принципе, вот так. В принципе, я показал некоторые варианты, как сделать контраст DaVinci. Контраст очень важная часть, потому что обычно, когда снимается в RAW или же ProRes, Blackmagic Camera или Red или Alexa, они все снимают в лог формате. То есть вам понадобится здесь проекты поставить. Камера RAW, вот BMD Film, или вот, например, если мы возьмем Arri Alexa, у них у всех есть свои лог форматы, то есть Red, например, вот камера Media Data, вот все здесь можно под них настраиваться, но у меня камеры Red пока нету, из-за этого я вот выбираю Cinema DNG для камеры Blackmagic Cinema. Я думаю, что на этом урок о контрасте закончился. Я просто показал общие азы. На будущих уроках мы досконально будем делать color коррекцию, и я вам покажу, как сперва первичную контрастность настраивать, потом же делать коррекцию. Спасибо.